Дорогие земляки, от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Но прежде чем переступить новогоднюю черту, предлагаю остановиться и взглянуть назад. Каким непростым был для нас уходящий год. Сколько открытий драматичных и трагичных он нам принес. Мы узнали, что умудряемся выбирать из самых глупых и жадных политиков самых-самых. Слава Богу, хоть трусливых. Мы узнали о себе, что далеко не все готовы любить и уважительно относиться к своей родине. Никто не отменил Иудин и 12 серебряников. Мы узнали, что огромное количество людей в нашей стране верит, что можно вернуться в светлое прошлое. И в то же время мы знаем, что большая часть людей – это настоящие украинцы, истинные патриоты, прекрасные мои земляки. И не важно, на каком языке они говорят. Важно, что они думают и делают. И в этот грядущий год овцы я желаю вам не быть овцами. Давайте все-таки будем порядочными, достойными, умными людьми. Людьми 2015 года, людьми 21 века. С Новым годом!